за каждой силой вскрывается, конечно, слабость, срывается уязвимость. Я часто просто с этим сталкивался, что человек, ну, выглядит просто невероятно, так сказать, просто мощой, вот. А потом что-то происходит, и все это просто разлетает, потому что все оказывается, что это была абсолютно такая форма напускная. Вот. А потом обстоятельства, и оказывается, что все это не... А другой человек вроде бы и не выглядит каким-то. Но когда вот начинают падать стены, он так подходит и как бы их держит. Все мы, конечно, слабые и уязвимые. Я с самого начала вам говорю. Мы очень слабые. И сила наша, она не от того, что мы накачались. Сила наша из-за того, что мы много прошли, образовали знания и опыт, смогли его осознать. И на основании этого знания и этого опыта можем принимать решения, за которые мы отвечаем. И за которые мы как бы вот готовы, так сказать, вложить силы своей жизни в это дело.